Ульяновцам надолго запомнится вечер джазовой музыки 62-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Ярким гостем программы стал гитарист и вокалист из Бразилии Жоандер Сантос. Вместе с музыкантом выступил ульяновский джаз-ансамбль «Академик Бэнд». Жоандер Сантос – один из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Но уже несколько лет живет в России. Он женился на русской девушке, живет в Иваново. Тем не менее, частенько бывает на родине в Бразилии. Как рассказал сам музыкант, гитару в руки он взял в 5 лет и с тех пор с ней не расстается. Хотя может исполнять музыку и на других инструментах, таких как фортепиано, барабаны, флейта. В России специально для него сделали новую 7-струнную гитару. Теперь с ней он выступает на всех концертах. У меня есть электрогитара, которую я из Бразилии, там сделала тоже специально для меня. Но когда я приехал из России, я начинаю слушать 7-струн инструмент. Это русский инструмент, и у меня слушаю такое, знаете, скучно, такое бас, потому что есть вот этот аккорд, могу много аккордов красиво, которые вот это другие не можно сделать, понимаешь, 6-струн. Музыка Жоандера Сантоса возвращает нас в те годы, когда босанова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро, а затем и всей Бразилии. Но музыкант любит и самбу. Во время нашей беседы он объяснил разницу между этими стилями. Самба – это было чуть-чуть легко, аккорд, например. Vem pra roda, menina, mexe com as cadeiras, vem samba. Vem mexe com as cadeiras, vem samba. A bossa nova já начинается. Mas pra que tanto céu? Acorde, o jazz acorde, a Nina Tinaitza, вот это взять, вот это... гармония, понимаешь? Сейчас артист активно гастролирует по России, выступает с концертами в родной Бразилии. Напоследок Жоандер Сантос специально для нас исполнил любимую песню. O samba pra ser samba brasileiro tem que ter mulata, tem que ter pandeiro. O samba pra ser samba brasileiro tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro. Samba pra ser samba brasileiro tem que ter pandeiro. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Ул Правда ТВ.